Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш вебинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович. Напомню, что доступен для вас чат. Пожалуйста, задавайте туда свои вопросы, пишите, что хотите спросить, уточнить. Все ваши вопросы я вижу, читаю, стараюсь на них сразу отвечать, как только они у вас появляются. Напомню, что для того, чтобы задать вопрос, достаточно авторизации в личном кабинете, который у вас уже должен быть. Либо же зарегистрируйте личный кабинет, регистрация абсолютно бесплатная, ни к чему не обязывает, буквально 2 минуты вашего времени, и у вас уже будет личный кабинет. Из личного кабинета вы можете открывать счета, управлять торговыми счетами, пополнять их, выводить прибыль, установить торговые платформы. Так что, если вы планируете работать, да, собственно, вам надо зарегистрировать личный кабинет. Напомню, что проводим мы анализ без использования индикаторов, смотрим уровни поддержки сопротивления, смотрим, как ведет себя цена на этих уровнях, и дальше уже принимаем торговое решение, исходя из той ситуации, которая сложилась на рынке. Если какие-то важные моменты ситуации появляются, я обычно всегда об этом вас предупреждаю. Что ж, начнем мы, как обычно, с календаря экономических событий. Посмотрим, что у нас есть, какие у нас здесь могут быть события на сегодня, да? Да. Итак, смотрели мы тут выступление Банка Японии, видели, куда иена шла, тут индекс активности, и в 11:30 было по Британии. Да, и в принципе на этом все. Весь день на этом и заканчивается, по штатам никакой статистики нет, а вот уже завтра Банк Австралии по процентной ставке вопрос будет, плюс по США индекс деловой активности, плюс по Новой Зеландии индекс цен на молочку. И в принципе вся неделя довольно-таки спокойная. Так что можно довериться тем сигналам, которые нам подает технический анализ. Кстати, в четверг решение ЕЦБ по процентной депозитной ставке. Супер. Неделя активная, будет много различных событий, будет много возможностей заработать, поработать, так что настраиваемся на работу. Итак, давайте разберемся с графиками, что у нас здесь есть сейчас по графикам, какие варианты. Ну и с позиций, начнем с евро-доллара. По позициям, видите, пока перевернулся я по серебру еще в пятницу. Ну, пусть болтается, скажем, просто индикативный вариант. И не открыт, пока отложка стоит по евро-доллару. Хотя евро, ну, в пятницу я ожидал довольно-таки продолжительного роста. Роста не случилось, хотя нон-фарм мы определили верно. Верно спрогнозировали, собственно. Но, как видите, не все так гладко было. Стоит сейчас пока отложка от уровня по цене 1.11, тут 3 шестерки, 1.1166. Посмотрим, что получится. Вроде бы цена от этого уровня, ну, далеко не уходит. Попытки его пробить были, но, видите, вернулись. Подождем, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Получится развернуться дальше, значит, попробуем перезайти. Не получится, значит, ну, не будем перезаходить. Все просто, логика простая. Так, Петр, по сценарию прошло один в один. Ну что ж, замечательный сценарий был. Вот, так что по евро-доллару пока предположение, надежды, ожидания, что мы от уровня оттолкнемся, развернемся. Больших целей ставить не будем. Но то же самое, стоп у нас тут, если мы откроем позицию, если откроется позиция 17-18 пунктов, то есть по прибыли, ну, 1-2 можно, собственно, что-то и заработать. Поэтому пока по евро-доллару мы ждем, выжидаем наилучший подходящий момент, и тогда уже можно будет попробовать зайти в позицию. Сейчас же видите, что евро немножко не спродавливает, но у меня большие сомнения насчет того, что евро действительно уйдет вниз, потому что, ну, собирались вверх идти. Попытки были, но до четверга, до принятия процентной ставки по ЕЦБ, я думаю, что такая же будет болтанка, такое же будет не совсем понятное движение. Вот, дальше посмотрим доллар, швейцарский франк. Обратите внимание, в пятницу шли, двигались вниз, и на этом пока остановились, вернулись практически к тому моменту, куда
откуда начинали, что сейчас вообще по франку. Ну, 97-90, можно сказать, в районе 98 торгуемся. Чуть поменьше сделаем график посмотреть, дабы подробнее все это дело рассмотреть, проанализировать. Думаю, пока франк тоже не будем трогать. По евро, если идея сработает, замечательно. Ну, а если не сработает, то, в принципе, ничего страшного здесь и не вижу. Да? Главное, чтобы не заходить раньше времени, главное, чтобы не залазить раньше времени. В те сделки, которые надо выжидать, которые надо дожидаться. Поэтому по франку оставляем. Глянем фунт. А что у нас по фунту? А по фунту у нас все красиво, все замечательно. В пятницу еще немножко подросли. И по факту, по фунту достигли второй цели, которую я вам обозначал. 1.33 и немножко. 1.33.50 я обозначал. У нас тут по максимуму было 1.33.70. Да? И пока, собственно, насчет дальнейшего движения фунта наверх у меня сомнения. Вот тут уже попытки были, но, как видите, потом идут долгие-долгие отторговки. И на этом все заканчивается. Поэтому по фунту пока покупки точно нет. Насчет продаж будем смотреть. Скорее всего, текущий день, сегодняшний день будет вялый, спокойный. И, возможно, даже без сделок, возможно, даже без каких-либо входов. Но пока будем, собственно, смотреть, будем надеяться. И попробуем дождаться наиболее подходящего момента, когда... А все получится, я думаю, у нас все получится, поэтому подождем. Так, вижу, стоят ребята 1.33.70. Ну что ж, стоять в плюсе-то можно и постоять тогда. Тогда плюс уже такой. Вот, тогда ждем пока развития событий, ждем пока движений, наблюдаем за всем этим. И я думаю, что что-то да выждем, да, пусть не сейчас, пусть немножко попозже, да что-то да и получится. Ну, прошлая неделя с хорошим плюсом закрылись, да, и фунт, сам видите, уже с момента референдума немного торговывается в таком, жестком боковике, только что боковик, конечно, широкий, а так, в принципе, самый что ни на есть классический флэт. Так что я думаю, что сегодня-завтра уже по фунту мы можем увидеть продажи и вполне себе можем в них поучаствовать. Поэтому пока наблюдаем, но заходить нет. Заходить довольно-таки рискованно, сигнал еще даже и близко нету. Дальше по иене посмотрим. Что ж, по иене уже over максимум прошел. По иене уже, собственно, в пятницу так... Неплохо, да, на нонфармах подпрыгнули, скаканули. Ну и сегодня все это дело отыграли с выступлениями председателя Куроды, это японского центрального банка. Вот, что сейчас по иене? Вот по иене как раз таки могут и появиться продажи. И вот с этого уровня, я думаю, что... Так, чуть пошире его сделаем. Думаю, что где-то с этого уровня вполне можем такой сценарий увидеть. Ждем продажи, отката. Все стандартно, ничего нового здесь нет. Пробитие, откат, собственно, и на откате попробуем зайти, попробуем, собственно, взять шорт. Да? Пока выставим напоминание, алерт. Как только он зазвенит, тогда можно будет уже какие-либо активные действия предпринимать. Пока же я думаю, что лучше не дергаться, лучше все-таки не пока ничего не придумывать. Вот, ждем, как будут развиваться дальнейшие события, как будет, собственно, все это дело обстоять, как будут дальше дела обстоять. Это что касаемо доллара японской иены. Тем более, что глобальный тренд, глобал тренд, видите, нисходящий. Тут ничего не придумаешь по неделям, по дневкам. Да, по дневкам здорово подросли. Причем подросли аномально для иены, аномально быстро, аномально высоко для иены. Да, поэтому я думаю, что шорт не за горами, продажи не за горами. И вероятнее всего... Так и получится, но опять же ждем пробития, да, то есть заранее мы не залазим, потому что может
Тут опять от уровня можем отпрыгнуть. Такой вот тут уже просматривается вполне себе вероятный сценарий. Ситуация, возможно, даже будет в покупке, но сейчас советую лучше воздержаться вообще от дела. Дальше, австралийский доллар. Австралийский доллар тоже пошел в том направлении, в котором мы и ожидали, предполагали. Но есть одно но насчет австралийского доллара. Завтра, ну да, завтра в 7:30 по времени, это решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Поэтому кто собирается торговать австралийца, кто собирается тут совершать сделки, будьте внимательны, будьте осторожны. Скорее всего, сегодня каких-либо движений трендов до этого события ожидать не стоит, как минимум. Вероятнее всего будет такое же затишье, и до вечера, вернее до завтрашнего утра, можно так сказать, я думаю, что вряд ли что-то изменится, вряд ли что-то поменяется, поэтому стоим пока, стоим в нейтрале, смотрим. Понедельник всегда довольно так часто спокойным образом открывается, каких-либо серьезных движений очень-очень редко что-то происходит. Вот, так что по австралийцам пока я пас. Да, то есть, ну, нет здесь сделки, на мой взгляд. Глянем новозеландский доллар. Что у нас тут по новозеландцам? Да? А по новозеландскому доллару... Где-то вопрос с молоком у них. Цены на молочную продукцию. Где? Так. Я пролистал, ну, где-то ж мы смотрели. Так, это все не то. А вот индекс цен на молочную продукцию во вторник. Это опять же завтра, точное время не указано, но опять же, то есть эти заявления, эти индексы, они могут здорово подстегнуть новозеландца, как вверх, так и вниз. Ну, видите, неделя тут закрывалась, росли, неделя по факту ниже, практически в отрицательной зоне закрылись. Сегодня тут взяли небольшой тайм-аут, вроде хорошо шли наверх, но, как видите, никуда не пришли по факту. Ничего не поменялось в корне, поэтому сейчас по новозеландцу тоже ситуация сложная. Каких-то новых уровней пока не наторговалось. К старым уровням далековато, что к покупкам, что к продажам. Поэтому, собственно, по новозеландскому доллару считаю лучше тоже выждать паузу. Пусть выйдут эти данные, пусть хотя бы зададут какое-то направление, какой-то тон, чтобы мы могли уже к нему присоединиться. Потому что пока не будет, да, этого направления, все попытки здесь тщетны, и что-либо тут придумалось предпринимать, но себе дороже, как минимум. Дальше канадский доллар. Надеюсь, что все закрыли сделки по канадцу, да, которые мы в пятницу держали, с пятницы на нонфармах проехались так основательно, хорошо. Пожалуй, единственный, кто не подкачал, кто не вернулся обратно, хотя и немного пугал, да, что развернусь, сейчас я развернусь, но по факту ничего не развернулся. Вот, так что по канадцу сделка прошла замечательно, на ура. А что сейчас можно выцепить из канадца, что можно предположить, ожидать? Но вообще, видите, где начинает канадец останавливаться. Возможно, это и действительно остановка и станет потом разворотом, а не просто очередной остановкой. Поэтому, кто не закрыл продажи по канадцу, я думаю, что лучше это сделать. Все-таки, ну, кто с нами заходил в покупки в лонг самого верха, ой, в лонг, говорю, продажи самого верха, держать дальше сделку, я думаю, что не совсем имеет смысл. Поэтому пока понаблюдаем за канадским долларом и, возможно, тоже не то что перевернемся, но, возможно, все-таки найдем мы какую-либо сделку. Так или иначе, вот эта ситуация пока надо выждать, да, дать, собственно, дождаться, наторговаться. Может, дальше все-таки пойдем вниз. Пока не берусь судить. Но смотрится, конечно, как просто откат наверх, расторговочка, и, возможно, все-таки будет поход даже вниз. Вот, в любом случае, как бы то ни было, сейчас ну, точно ничего мы предпринимать не будем, по крайней мере, я, да. Вот, если у кого-то есть желание там
продать канадцы или еще что-то. Можете, конечно, но на мой взгляд не совсем. Не совсем сейчас хорошая ситуация, не совсем она, по крайней мере, понятна для меня. А дальше, заодно глянем доллар-рубль. Мои разметки слетели сегодня, их посбрасывал. 64.83, прицел пока наверх остается. То, что тут в пятницу нонфармы вышли, то есть это еще пока ни о чем не говорит. А точнее, говорит пока не о том, что все закончилось, в том, что все изменилось, да? Итак, давайте пока... Ой, убежал где-то. Давайте пока выставим новую разметку. А вот у нас наша поддержка. Да? Ну, выставим ее так. И наша поддержка. До нее немного не дошли, хотя довольно-таки активно шли. Вот наш был... Один из уровней важных наших, 65. Его пробили, а сегодня его вовсе с гэпом открыли. Но смотрите, до поддержки не дошли. Да? То есть о чем это может говорить и что это говорит? О чем это говорит? Говорит о том, что вероятнее всего тренд наверх продолжится, восходящее движение. Тут по максимуму до 66, видите, доходили практически, 65-80, 65-85, и на этом останавливались. Да, я думаю, что тренд ясен, тренд задан, и если мы выше 65 вынырнем, тогда можно будет заходить в покупки смело. Следующий 66 мы обновим, ну, очень вероятно, что 66 мы обновим. Давайте его добьем сюда. Вот наш следующий уровень. То есть, ну, уровни довольно-таки хорошо просматриваются по рублю на глаз. Единственное, что не всегда он отрабатывает именно так, как, ну, по крайней мере, точно уровни. Да? Но как бы он ни отрабатывал, в любом случае есть такая возможность. Так, глянем золото. График мой золото. Global Short. Ну, Global Short не состоялся. Состоялся. Опять убежали в лонг и опять убежали в покупки. Да, ну и золото вводят вверх-вниз, мурыжат. Движения никакого нет. Вот смотрите, еще с июня месяца, да, то есть по сути здесь по золоту флэт и беспросветный флэт. Вроде бы, ну, в пятницу, да, ушли наверх на нонфармах, но пока все это так ненадежно, все так тонко, поэтому, ну, на мой взгляд, по золоту тоже ждем формирования модели, ждем формирования, собственно, паттернов, и дальше тогда уже можно будет что-либо судить. Вот попытаюсь тут простреливать на разных таймфреймах, посмотреть тут и на дневке, и на 4 часах, хоть что-то увидеть, ну ничего не просматривается, ничего интересного, не вижу сигналов. Вот. А поэтому, собственно, и без действия, что называется, бездействуем, да, поэтому, собственно, стоим именно так, как стоим. Вот. А в любом случае, собственно, по золоту пока такая картина, ну и по серебру сделка закрылась, собственно. Прошлое закрылось в плюс, решил я перевернуться, но переворот пока неудачный. Хотя надеюсь, что все-таки мы выйдем на напрямую, развернемся, и все-таки пойдут продажи по серебру, но в любом случае хотелось бы, да. Вот. Поэтому, собственно, продажи именно таким образом идут, именно таким образом стартуют. То есть они еще не начались продажи, но в любом случае просматриваются, в любом случае есть картина. Давайте вернемся пока к евро-доллару, посмотрим, что тут и как. Ну, как видите, вниз пока уходить он не желает. То есть евро-доллар вниз уходить пока не уходит, ну и наверх, сказать, чтобы наверх ушел, нет. Но в любом случае, как только он вынырнет к нашей отложке, если он уже вынырнет сюда,
то вероятность того, что пойдет наверх, значительно больше, чем откатится. Поэтому пока и будем мы стоять с этой отложкой. Насчет продаж, ну, очень-очень-очень сомнительно. Очень высока вероятность того, что с этого уровня будет разворот, и их как раз-таки пойдут покупки. Но напоминаю, что глобальных каких-то движений до четверга по евро-доллару ждать не стоит. Сегодня, скорее всего, будет все очень вяло, очень, скажем, растянуто, поэтому думаю, что берем небольшие цели, берем, собственно, небольшую отметку и дальше уже, ну, можно сопровождать, можно тралить, кто как, в общем, да, в любом случае, на мой взгляд, пока лучше все-таки, ну, дождаться и взять, ну, хотя бы два стопа, да, то есть получится 35-40 пунктов, вполне себе неплохо, это у нас будет где-то здесь. Ну, в этой зоне, я думаю, что добьемся все-таки своего, доберемся. Вот. Такой обзор на сегодня по основным валютным парам. Напомню, что понедельник день очень спокойный всегда на рынке, за исключением, да, некоторых понедельников. Поэтому я думаю, что каких-то резких сегодня движений, мощных движений мы вряд ли увидим. Ну, как бы то ни было. Такой обзор. Напомню, что 14, 15, 16 сентября у нас стартует курс торговля по уровням поддержки и сопротивления. Очередной курс. Подавайте свои заявки. Есть еще места, есть еще возможность поучаствовать. Я же с вами на этом прощаюсь. Всем хорошего дня и до встречи на наших следующих семинарах.